Олімпійський день відзначили в Одесі з нагоди передачі естафети Миколаєву. На стадіоні «Динамо» зібралися легенди одеського спорту, призери та чемпіони олімпіад різних років, а також сучасні зірки, кандидати у Токіо та володарі ліцензії. Серед останніх на свято прийшли перший номер світового рейтингу з карате у своїй вазі Анжеліка Терлюга, а також Ірина Маловичко, яка першою з одеситів узяла путівку в Японію у стендовій стрільбі. Вона розповіла, що навіть після виходу з карантину не може тренуватися, тому що її нова гвинтівка через закриття кордонів не приїздить з Італії. Уже був трьохмесячний отдых, и я думаю, что мне еще дадут отдохнуть. А потом уже мы начнем, опять же, я жду новое ружье, его нету, и смысла стрелять со старого. То есть у меня же еще в этом загвоздка, что... Какое ружье ты ждешь? Спираци, да, итальянская фирма. Вот. Я очень жду его, но опять же... Да, да, оно должно было прийти в марте, но не пришло. Это уже другой этап стрельбы. У каждого спортсмена есть свои этапы, и ружье должно подбираться под эти этапы. То есть начинать можно с любого оружия, потом ты выбираешь себе более спортивное, и в конце, я думаю, это как раз завершаешь тем, что у меня сейчас будет, потому что это самое, считается, лучшее оружие. Відвідали захід і ветерани спорту, чемпіони Олімпіади в Мюнхені Микола Авілов та Яків Железняк, переможниця Московської Олімпіади Олена Соколовська, дворазовий олімпійський чемпіон Сергій Петренко та багато інших. Эмоции переполняют. Во-первых, увидела всех своих друзей, с которыми была на Олимпийских играх. Увидела, что прекрасный день, молодежь увидела. Вот, что Одесса, как говорится, продолжает традиции, которые когда-то мы начинали, и до нас кто-то начинал. И прекрасный день сегодня. Это здорово. Большое спасибо, что чтите и помните. Детям хочу пожелать самого наилучшего, удачи, везения, выигрывать. И хорошо, что карантин заканчивается, страна выходит потихонечку из кризиса этого карантинного. Дай Бог всем здоровья и счастья. Очень приятно быть в этом созвездии наших чемпионов. Мы не так часто собираемся вместе. И очень приятно, что детки, которых сейчас спортивный путь впереди большой и долгий, и интересный, они видели нас всех. Я считаю, что это очень важный моментик, потому что подобным образом мы воспитывались в свое время. Відзначимо, що прийшли і родичі олімпійців. Мати дворазового чемпіона з веслування, зараз головного тренера збірної України Юрія Чебана Людмила. А також діти дворазової чемпіонки Олімпіади 60 у Римі зі спортивної гімнастики Маргарити Ніколаєвої. Вони звертаються до влади з проханням надати ім'я матері одній з вулиць у нових районах міста та розповідають про спортивне дитинство. Ви розумієте, що чоловік, добившися такого результату, не может быть каким-то мягким там или ну каким-то таким неорганизованным там. Дисциплина была всегда в семье, расписание. Причем я писала в детстве расписание на день себя лично сама. Я на неделю писала. Вспомните, как радовались, когда мама привезла медаль с Олимпийских игр, как поздравляли. Это я радовался. Я позже родилась. Мне было 3 года уже. Между прочим, 3 года. Это совсем не так просто женщине после рождения ребенка войти в сборную Украины, в сборную Союза. То есть все это снова пройти и попасть на Олимпиаду. А еще и там и завоевать 2 олимпийские медали. Одну в командном зачете, как Одесса, как вся советская команда победила. И в личном первенстве она сделала такой прыжок, выполнила, который никто до тех времен, да еще много лет после того, еще никто не делал из женщин.